в два раза меньше, чем iPad, да? Ну, приблизительно, да. Устройство работает на подоперационной системе Android. Сейчас здесь последняя версия установлена, версия 2.1. Планшет производства компании Huawei. На данный момент здесь запущено приложение 360. Это новый будет инновационный сервис от компании МТС, вот, который будет в себе аккумулировать все ваши аккаунты в социальных сетях, имейлы, Wi-Fi, UMTS с поддержкой HSDPA до 7 мегабит в секунду. А здесь обычная сим-карта, видеокамера, поддержка microSD-карт, как слот расширения. Ну, собственно говоря, на борту у него 2 гигабайта памяти, что, в принципе, тоже достаточно неплохо. Для того, чтобы использовать его в качестве обычного телефона, можно использовать громкую связь. Вот, удобнее, конечно, ставить его на имеющую здесь подставочку и, собственно говоря, выполнять разговор. То есть по нему можно говорить как по телефону? Да. Сколько он будет стоить? В данный момент пока эта информация еще неизвестна. Когда продажи? Я думаю, что ближе к концу года.